В ефірі програма «Віддзеркалення». Я Філіп Дикан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Сьогодні говоритимемо на одну з болючих тем, а саме про корупцію, про корупційні дії представників місцевої влади. Час від часу стає відомо про якісь зловживання, чи то місцевої влади, міської влади, чи то обласної влади. От сьогодні говоритимемо про такі кричущі, як вважають ті люди, які їх викрали, активісти, зловживання саме обласної ради. І про це запрошення поговорити депутат Харківської обласної ради Дмитро Булах. Дмитро, радий вітати вас. Вітаю. І адвокат, арбітражний керуючий ліквідатор обласних комунальних підприємств Рустам Мухідінов. Рустаме, також радий вас вітати в студії. Здравствуйте. Отже, Дмитро, в чому справа цього разу? На чому піймали? Добрий день всім телезрителям. Я думаю, з того, з общого какого-то контекста. Безумовно. Почему, собственно, сейчас вот мы решили обратить внимание на это? Потому что то, о чем мы сегодня будем рассказывать, это события, которые происходили последние 2-3 года. И это не единственное событие, или иначе, обличающее руководство областного совета. Но это одни из них, одни из таких ярких примеров, как происходит злоупотребление в руководстве областного совета, что, собственно, происходит там и почему до сих пор вот эти все, ну, можно сказать, преступные практики, которые там существуют, они до сих пор живут. Так вот, начать стоит с того, что не так давно, где-то несколько недель назад, стало известно о том, что одного из замов главы областного совета, Виктора Коваленко, собираются увольнять. Причем собираются увольнять без его заявления, то есть это как бы решение вопреки его воле. И на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, вопрос нужно ставить гораздо более резко, более радикально. Увольнять нужно руководство всего областного совета. Взагалі, да, потому что злоупотребления, о которых мы сегодня в том числе расскажем, они носят реально системный характер. То есть то, что происходит, это некий такой внутренняя договоренность многих лиц. И для того, чтобы можно было так или иначе ресурсы областные, ресурсы городские в том числе, ну, под себя осваивать, как-то себе присваивать, скажем прямо. Вот. И мы, соответственно, с коллегами, мы решили придать гласности те процессы, которые, по сути, уже давно происходят, и рассказать об этом более подробно. Ну, Рустам расскажет про свою ситуацию лично. Я, единственное, начну чуть-чуть в преддверии уже говорить о том, что, например, есть множество сотрудников, бывших сотрудников и действующих сотрудников областного совета, которым тоже не нравится то, что происходит. Они не хотят нести ответственность, в том числе и юридическую, за то, что происходит. И они, вот одна из них, бывший руководитель юридического управления областного совета, они, будучи на своих должностных позициях, они пытаются предотвратить нарушение закона, предотвратить, прямо скажем, иногда воровство, или предотвратить какие-то факторы, которые, скажем так, будут содействовать получению кем-то неоправданной выгоды. Например, речь идет о Наталье Асмухе. Например, она не единожды, она и на пресс-конференции недавней говорила об этом, она не единожды, будучи главой юридического управления, мешала фактически создавать проблемы предпринимателям. Да? То есть что происходит? Происходит следующее. Какая-то фирма X, условно говоря, подает запрос, например, на то, чтобы областной совет по процедуре должен дать разрешение на разработку недр. Это там газ, нефть, вода, какие-то карьеры, возможно, песчаные и другие, меловые. Ну, корисні копалини. Да, любые недра, вот то, что разработка. Это все происходит с разрешения областного совета, эти все разработки. И часто, ну, эти фирмы, там, простой перечень документов, они подают там 3-4 пункта этого перечня документов, подают, и так или иначе, если это неугодная фирма, не своя фирма, там начинают создаваться проблемы. Якобы эти фирмы не предоставляют весь пакет документов, хотя на самом деле они предоставляют весь. То есть это такое... Ну, як правило, до речі, якщо не помиляюсь, б'ють, можна сказати, саме по ось цьому пункту, який ви називали. Тобто ви не так оформили, чи не всі документи не надали. Ну, часто... І поки фірми там щось почнуть добирати... Там уже подається друга фірма своя, яка получає розрішення на розробку цієї там площадки. Це от як простий приклад.
не единожды даже на сессиях областного совета я лично ловил представителей юридического отдела, это уже после того, как Наталью уволили, юридического отдела на том, что они пытались фальсифицировать документы. То есть это было прилюдно, это может любой человек посмотреть в видеотрансляции на YouTube. Просто говорят, что недостаточно документов, поэтому мы должны сейчас проголосовать за отказ этой фирмы разрешения. Когда я подхожу, ребята, вот буквально на сессии подхожу и говорю, покажите мне документы. А там на самом деле весь перечень документов. Угу. То есть это намеренно делается, либо чтобы отдать эту площадку под своих, либо чтобы создать проблемы. Потом произошла какая-то мотивація тих, хто создає ці проблеми, і це все розрішилось. Тобто, як, вони, говоря, речі, як вони, до речі, в цьому конкретному випадку виправдовувалися і з'ясували те, що ніяк, начебто... Ніяк, потупив взгляд в пол, не підтримав, ну, короче говоря, розрішили цій фірмі розробувати в итоге. Ну, це просто тому, що їх просто впіймав я на гарячому, лично. Це було в 2019 році, на сесії десь в середині року. Тобто, і такі ситуації постійно. Соответственно, якщо фірма, наоборот, своя, то, наоборот, все робиться для того, щоб вона отримала. І таких много моментів було, коли іменно осьмуха мішала фальсифицировать эти Пані вещи. Осьмуху, до речі, звільнили. Якщо її за це і уволили. Потім вона через суд начебто поновилася, але, наскільки я знаю, минулого тижня, а саме навіть я пам'ятаю дату 6 лютого, облрада надала вам таку відповідь, можна сказати, ось на звинувачення ваші, і на вашу заяву, можна сказати, на прес-конференції в Накипело. Вони написали, що і пані Осьмуха свою заяву відізвала начебто, і що порушення там були. Ну, коротше, якщо коротко дуже казати, щоб не вдаватися в оці дрібниці, деталі, що пані Осьмуха не права, і ваші заяви не відповідають дійсності. Ну, це не зовсім так, тому що... З їх боку не зовсім так. Звісно, тому що перший... Її ж увольняли два рази. Угу. Тобто, її уволили, опять-таки, повторюсь, за те, що вона мішала фальсифіцирувати. Я не говорю, что в этой ситуации она там абсолютно права, но она точно ее уволили по, ну, даже, ну, можно сказать, по политическим причинам за то, ну, что она мешала вести бизнес этим людям. Доповести. Руководство, конкретно руководство областного совета. Она пошла в суд, выиграла две инстанции, восстановилась. То есть первую инстанцию апелляции она выиграла, восстановилась. Проработала два месяца, ее восстановили, грубо говоря, не давали ей помещения, где работать. И второй раз уволили. И сейчас она второй раз подала в суд на восстановление. Mm-hmm. Действительно, сейчас она первую инстанцию проиграла, но еще решение не вступило в законную силу, она будет подавать апелляцию. Mm-hmm. То есть это процесс еще судебный. Тобто она не відмовляється насправді. Нет, она не отказывается от своих претензий. Mm-hmm. Более того, первый раз, когда ее уволили, она выиграла эти суды уже. Mm-hmm. То есть тут областной совет, юридический отдел хочет ввести в заблуждение всех нас. Ну, тех, кто не разбирается в этой теме, не, ну, глубоко не знает ее. Вот, это такой простой, один из таких больших примеров, да. И, соответственно, если незаконное увольнение было, а суд уже подтвердил первой инстанции, что оно в первый раз минимум было незаконное, то существует уголовная ответственность за незаконное увольнение того, кто ее уволил. Угу. А конкретно увольняет это или Сергей Чернов, я не знаю, кто это своим распоряжением, или Владимир Скоробогач. По-моєму, Володимир Скоробогач увольнив. Це конкретно головне діло. Яка підпис ставить? Тут дуже просто з'ясувати. Тобто підписує розпорядження об увольненні цього должностного лиця. Соответственно, є уголовне діло, яке там зараз розслідується, не розслідується, ну, формально розслідується в слідчих органах. И, ну, і я, це просто простой такий пример, що відбувається з тими приличними людьми, хто йде проти цієї системи. Їх просто під любим поводом виживають фактически из аппарата, выживают с работы и всячески преследуют. Я хочу сказать, что когда она, после того, как ее уволили, она болела, за ней постоянно ее пытались отслеживать, что происходит. Да, там целые, ну, большие проблемы были. Поэтому вот это вот как бы простой пример, да, и таких примеров масса. Это не только про Осьмуху, это про других сотрудников, просто Осьмуха сама по себе, по своей должности, это большое должностное лицо, это начальник юруправления, это не просто какой-то клерк. Ну и даже с ней, вот видите, как расправляются. Фактически только за то, что она не хочет, чтобы ресурсы и собственность наша, как жителей области, разворовывалась. Просто, извините, я прямо говорю. Это вот то, что происходит сейчас, это вот этот вот процесс. И мне кажется, для того, чтобы его остановить, кардинально нужно изменить именно руководство областного совета. Там абсолютно нужно поменять, ну, значительную часть аппарата. Ну, до речі, щодо ви почали програму з того, що нагадали про те, що ну, передбачається, можна сказати, чи пропонується, чи вимагається звільнення одного з заступників голови обласної ради, да, Сергія Чернова, саме Віктора Коваленка. Да. Але, знов-таки, для тих глядачів, хто, може, не слідкує, чи не до кінця слідкує за ситуацією, треба пояснити, може, хто і навіщо домагається його звільнення.
Да, Виктор Коваленко – это тоже отдельная история, на самом деле. Она больше политическая, на мой взгляд, потому что Виктор Коваленко – это представитель БПП, блока Петра Порошенко, «Солидарность», и он был первым замом Сергея Чернова и назначил, был, по сути, по политической квоте, как представитель БПП еще в 2015 или 16, начале 2016 года. Вот. И вот это все время он работал. То, что я знаю о его работе именно как вот должностного лица, ну, прямо скажем, вот из троих всех руководителей, первого, ну, собственно, главы областного совета, первого зама и зама, ну, он, на мой взгляд, наверное, самый вегетарианец у всех. То есть я не говорю, что он там святой абсолютно, но он самый вегетарианец. И сейчас это просто со стороны фактически Кернеса, ну, Кернес имеет свою группу влияния в областном совете, со стороны Кернеса это попытка его отыграться на своих бывших политических оппонентах, просто отомстить. Ну от, до речі, коли стало тільки відомо про те, що є таке намагання, будемо так казати, про звільнення Коваленка, то багато хто з новинних агентств, скажімо, із ЗМІ, може посилаючись на ваші слова, може не тільки, це вже дрібниці, не так важливо, казали саме, що це така, таке намагання очільника міста Геннадія Кернеса показати діючому голові області, хто тут хазяїн, так би мовити. Да, я считаю, что это в том числе и это, эти мотивации. Хоча сам Сергій Чернов сказав, що немає ніякої дійсно заяви від Коваленка. І, ну, є ініціатива 48 депутатів. Подивимось, мовляв. Нет, заявления точно нет, и из того, что я знаю, он не собирается его писать, Виктор Коваленко. Это инициатива 40, если не ошибаюсь, 8-9 депутатов. Или 42. Чи буде це питання винесено на сесію найближче? Оно уже в повестке дня, сесія будет 27 февраля, оно уже висит как проект решения на сайте областного совета, и, собственно, заявления там нет. То есть, как под любой проект решения подкладываются сопроводительные документы, на основании чего это делается. Нет там заявления, есть инициатива 40 с лишним депутатов областного совета, все они, собственно, фракції, почти всі вони від фракції Возрождення, либо від ОПА-блоку. Тобто, я так розумію, що 27 лютого покаже, хто кого. Хто да, там, ну, дійсно мені кажется, важливо має. Да, мені, на мій взгляд, і, кстати, це і главі області, на мій взгляд, ситуація должна бути інтересна, щоб змінити, от, якщо ми хочемо, говоримо про змінення з нинішнім менеджментом адміністрації обласного совета, ну, сильних змінень не буде, тому що то, що там відбувається, це просто, ну, либо пасивність, либо злоупотребление. Никаких там позитивных, к сожалению, процессов, ну, вернее, почти никаких, их очень мало. И, по сути, любое там, да, там мы можем брать там вопросы награждения какими-то званиями, мы можем брать собственность, мишура, можно сказать. Мы можем брать разрешение. Все в этих, ну, это все как бы очень плохо, там в разной степени, по-разному, но это все очень плохо. И, ну, награждение непричастных, наказание невиновных. И собственность была ваша, стала наша, и разрешение создания проблем, которые я уже говорил, как я описывал, создание проблем, о том героическое их решение за какие-то мотивации, это все то, что сейчас происходило, вот, ну, до этого дня и происходит, к сожалению, ну, и продолжает происходить. Поэтому если глава области хочет качественных изменений, он тоже, на мой взгляд, теж має бути заінтересований в зміні руководства. Ну, дійсно, дійсно цікавий момент, до речі. Пане Рустаме, давайте до вас перейдемо про вашу ситуацію. Виходячи з вашої посади, ви адвокати, ви арбітражний керуючий обласних комунальних підприємств. Тобто так, це значить, що ви виводите з обласної, з володіння, да, області, можна сказати, підприємства. Ну, мы, я провожу действия по ліквідації этого предприятия, и вот в конечном итоге... Саме тих, які належать комунальной області. Да, області, совершенно верно. Только что Дима пояснил по поводу как бы внутренних каких-то действий злоупотребления. Я хотел бы поговорить, что касается, которое выходит, в принципе, за пределы Харьковского областного совета, но здесь, опять же таки, присутствует злоупотребление и должностных лиц и областного совета, и городского совета. Так, на примере можно привести ту ситуацию, что с 2017 года по 2019 год я выполнял обязанности ликвидатора коммунального предприятия «Флоросервис», и с 2018 по сегодняшний момент еще выполняю свои полномочия как ликвидатор коммунального предприятия «Декоративное садоводство». А чем занимались эти предприятия? Эти предприятия занимались, по сути, они взаимосвязанные предприятия, они занимались выращиванием декоративных растений, то есть для озеленения города и Харьковской области. То есть, а в связи с чем, до речи, их треба было ликвидовывать?
Ну, в связи с тем, що наросла большая кредиторська задолженість і було прийнято рішення. Збанкрутіли, тобто вони? Ну, так, совершенно вірно, да. Тобто, в связи з цим вони прийняли рішення о ліквідації. Ну, тобто, крім того, я вважаю, що там і інші фактори, как бы, сопутствовали ліквідації, тобто, по которым сейчас, как бы, і пойдет речь, по суті. В сентябре 2017 года по коммунальному предприятию «Флора Сервис» мною было выявлено выкорчевку деревьев. Эти деревья находились на балансе коммунального предприятия «Флора Сервис». То есть эти работы проводила техника в количестве 3 единицы. То есть я сразу принял меры по видеофиксации этого факта и прекращение выкорчевки этих деревьев. Также одного из трактористов... Они не имели права, я так понимаю, выкорчевывать. У них не было документов. И все без разрешения. Ну, дело в том, что эти деревья находятся на балансе, и хотя бы они должны меня поставить в известность. То есть я просто еще как бы не понимал, что с этой землей. То есть, по сути, Флоре Сервис принадлежали только деревья, земля ей не принадлежала. Поэтому для установления этого факта нужно было хотя бы связаться со мной, и как бы разобраться по этому поводу, предоставить соответствующий документ. Ну, к сожалению, то есть они сделали это без предупреждения, начали тупо выкорчевывать деревья. То есть я попросил одного из водителей тракторов, чтобы связали меня с руководством, чтобы мы разрешили эту ситуацию. После чего мне передали трубку, я переговорил, человек представился депутатом областного совета. То есть они даже не боятся. То есть они сразу называют свой статус для того, чтобы или запугать, или еще что-то. То есть, ну, чтобы я как бы не стал дальше продвигать эту ситуацию. Человек сказал, что его зовут Юрков Владимир Иванович. Спросил, кто я, то есть поинтересовался, кто я такой, я ему сообщил. В итоге он мне ответил, что сейчас меня наберут с областного совета, и я отсюда поеду. То есть это были как бы прямые слова этого человека. Через некоторое время уже на мой личный телефон набрал меня человек, который представился собственником земли. И я попросил его полное имя назвать, поскольку надо же понимать, с кем общаешься именно с областного совета. Он сообщил, что его зовут Скорбач Владимир Иванович. То есть я ему сообщил о том, что вы же понимаете, наносится ущерб коммунальному предприятию, вы же знаете, что эти деревья находятся на балансе этого предприятия. Ну так земли-то нету, ну так земли-то нету, но все равно сам факт. Это власть предприятия. Естественно, да. Я ему говорю, давайте мы это все приостановим, покажите документы, что вы собственник земли, и как бы тогда будем дальше смотреть на эту ситуацию. Человек категорически отказался, я был вынужден вызвать полицию. Зафиксировали этот факт, написал заявление о возбуждении уголовного дела. Было возбуждено уголовное дело по статье 356 Уголовного кодекса самоуправства. Также у меня были проведены действия по написанию жалобы Чернову и экологическую инспекцию. Через некоторое время приходит телефонограмма на мою электронную почту о том, что по этому вопросу будет проводиться рабочее совещание. И это совещание будет проводить заместитель председателя Харьковского областного совета Скорбач Владимир Иванович. То есть, по сути, он, получается, сам на себя взял эти функции. Та людина, с якою ви розмовляли, яка вам заборонила, в принципі, щось робити. Вот, после того, как я к нему пришел, я поинтересовался, почему именно вы будете рассматривать, вы же мне звонили, тут как бы конфликт интересов и так далее. То есть, я понимаю, что это будет необъективно. Он сказал, что на него это расписали. Есть такой документ, который он мне потом показал, там, где на него это все расписано. Тут, получается, есть состав комиссии напечатан, то есть все видно, что он напечатан на компьютере. И фамилия Скоробогача написана от руки, понимаете? То есть я так понимаю, что... Писано потом. Да, Чернов, Сергей Иванович, скорее всего, расписал вот именно на эту комиссию Коваленко, Русецкий, Пиев и Клименко. А потом, чтобы избежать огласки этой жалобы, то есть было расписано от Скорбогача Владимира. То есть, ну, это мои, как бы, субъективные мнения по этому поводу. Я ему сообщил, что я не согласен полностью рассматривать. То есть это было в присутствии свидетелей, там были другие люди, как бы, ну, не те, которые указаны в комиссии. После этого он начал себя вести неадекватно, то есть разговаривал со мной на повышенном тоне, потом еще применил ко мне физическое воздействие, наступал мне на ноги, то есть, ну, в итоге рабочее совещание, слава богу, так и не было проведено. Потом в ноябре 2017 года он подает на меня в суд про спростування недостовірної інформації, то есть захист честі, гідності і так далі. По рассмотрению двух инстанций, то есть ему было отказано в удовлетворении этого иска.
То есть эти материалы есть, то есть у меня есть все ухвали, то есть все документы соответствующие есть. Ну, то есть сюди не завжди становляться на бік таких статусних, так би мовити, людей. Ну, сейчас судьи уже. Дело в том, что... Все по-різному, в принципе. Да, дело в том, что, слава богу, есть все-таки где-то и сторона придерживается закона все-таки. Также на протяжении года мы где-то обменивались переписками, я писал контролирующие органы, но, к сожалению, вот другие контролирующие органы, как правоохранительные органы и так далее, то есть они объективно не рассматривали эту жалобу, то есть не проводили следственные действия и так далее. То есть, в итоге где-то 2 сентября 2018 года мне спалили автомобиль. Угу. То есть других конфликтов у меня ни с кем не было, по сути, как бы таких серьезных. Вот. И этот автомобиль восстановление не подлежит, поскольку сгорел полностью. Также по этому факту тоже было возбуждено уголовное дело. Но, к сожалению, на сегодняшний момент пока оно не окончено. То есть никаких обвинительных актов и так далее, то есть не было по нему издано. То есть, в принципе, вот по комунальному предприятию «Флоросервис» все-таки закончилось. А что по-другому, зараз ликвидуется, в стадии ликвидации находится? Да. Что касается декоративного садоводства, то мной там тоже было выявлено интересные моменты. То есть задача ликвидатора – это выявить имущество. Выявить имущество, реализовать его и погасить требования кредиторов. То есть кредиторка по этому предприятию около 2 миллионов составляет гривен. И мной было выявлено, что кроме земли, которая принадлежит на основании государственного акта на землю, и находится в постоянном пользовании, ничего не было. Взагалі не було нічого? Взагалі нічого не було, тому що от це все имущество було передано, когда они, перед тим, як його ліквідувати, все другое имущество, там, движимое, транспортные средства и так далее, они передали другому предприятию. Угу. Вот, и осталось, получается... Це для чого? Ось така передача іншому підприємству. Дело в том, что передача – это как коммунальная собственность, и они имеют право принимать решения. То есть, и вот это все имущество они передали другому предприятию, чтобы другое предприятие могло оказывать те же самые услуги, заниматься той же самой хозяйственной деятельностью, поэтому и передали. Но почему-то они как бы не определили момент, с чего будет погашаться эта задолженность, понимаете? От, я до того і веду, що ситуація, я так розумію, в тому, щоб підприємство, ви побачили, що підприємство начебто не має ніякої активів. Власності, так, активів, власності, і йому ні з чого платити ось ці борги, да, так? По суті, взагалі, в таких ситуаціях тут може бути заявлено іскове о, как бы, взыскання солідарної відповідальності, розумієте? По этому поводу. То есть просто облсовет, может, этого всего не понимает или плохо работает юридический департамент, то есть не, как бы неизвестно. То есть или это они самостоятельно делают. Просто я так понимаю, что их еще подвигло ликвидировать декоративное садоводство, поскольку в связи с тем, что была земля, и они ее незаконно переоформили, сейчас мы к этому подойдем, и начали проводить действия по ликвидации этого предприятия. Так мною было установлено, что есть ГОСАК на 166 гектаров. Которая принадлежит предприятию. Да, в черте города. Улица Роганская. Потом, после всех моих запросов, я выявляю тот факт, что 106 гектаров с этого участка было роздано другим людям, физическим людям. Сессией, уже городской сессией, было роздано. И 53 человека получили по 2 гектара. То есть в итоге составляет 106 гектаров. Я же начал как бы дальше писать письма, разбираться, поскольку именно облсовет перед тем, как отдавать собственность другим людям, то есть коммунальное предприятие, то есть облсовет должен отказаться от этой земли. Когда он отказывается, тогда ему прекращают право пользования в этой части и передают собственность другим людям. Этого сделано не было. То есть есть соответствующий ответ. Он тоже... Тобто, маючи власником цієї землі, вони просто роздали, ну, роздали. Ну, да, дали можливість докупити людям землю. Це то же саме, безплатно, що... Безплатно. Навіть, навіть безплатно. Безплатно, да. Сам роздали. Да, да. Це то же саме, що у мене є земля, я собственник, так, да, і мою землю кому-то другому віддали. Тобто, мене в цьому не поінтересувавшись, не спросить. Потом я начал анализировать, смотреть, искать. И в итоге я сразу понял, что эти люди, это не просто как бы посторонние граждане, там, жители города Харькова, это, то есть это избранные люди. Поскольку
есть информация, мною была обнаружена, это, то есть сайт «Криминальная Украина» еще в 2007 году издал такую статью о том, что по каждому человеку была расписана связь его с тем или иным чиновником. То есть этот вопрос как бы поднимался, в принципе, в 2007 году, но его почему-то никто дальше не проталкивал. То есть это тут как бы все расписано. Кроме того... Ну, посилатися на сайт, це, знаєте, твердження такі, треба довести, що це дійсно. Ні, ну, я ссылаюсь только на ті источники, які как бы имеются в общем доступі, по суті. Кроме того, один участок принадлежит супруге Скрипача Владимира Івановича. Понимаете? То есть... Повертаємося назад. Да, да. Тієї самої людини, да, з якої ви розмовляли. Кстати, он до сих пор этот участок, любой желающий может зайти на реестр декларации, до сих пор в декларации Владимира Ивановича есть участок 2 гектара в черте города. Это именно этот участок. Mm-hmm. То есть да. У его жены. То есть он указывает это в своей электронной декларации. Потом я начал осуществлять действия по возврату этой земли, поскольку считал, что это было все незаконно. Зачем это вообще нужно? То есть это нужно для того, чтобы, если мы вернем землю, мы можем... прийти в стадію санації, то есть уже не ліквідації, то есть как бы восстановление предприятия. И заключить там с какими-то инвесторами какой-то договор там или еще что-то. То есть засеять эту землю сельскохозяйственной культурой, реализовать и погасить требования. То есть 2 миллиона это, в принципе, не сильно и много для 160 гектаров земли. Ну, враховуючи кількість таку, так, да. Мабуть, дійсно вот. Не дуже багато. Но после того, как я подал этот иск, у нас есть кредитор такой, самый основной, это администрация индустриального района. То есть они имеют больше всего голосов, которые имеют право принимать решения. То есть если они объединятся еще с каким-то кредитором, то они могут принять соответствующее решение на комитете кредиторов. И они начали инициировать вопрос о моем отстранении. При этом не называя никакие, не указывая никакие основания. То есть согласно старого закона о банкротстве можно было отстранить арбитражника только в том случае, если он нарушил что-то. Чому кредитори? Тобто та сторона, яка, в принципі, повинна отримати гроші. Да, так. Вони, наоборот, должны заинтересованы быть в этом. Ну, звичайно. А получается, что они сами представители, это не знаю, действуют не в своих интересах. У нас 3 хвилини залишається до кінця, так? Да. И, ну, в принципе, мною также было подано заявление о возбуждении уголовного дела. К сожалению, на сегодняшний момент оно еще было открыто, но меня ни разу не вызвали туда на допрос. Также было подано иск, по которому о признании этих решений незаконными и признании недействительными государственных актов на землю этим людям. Но по сегодняшний момент больше 2 месяцев еще не открыто производство. В принципе, никто не хочет связываться с этой ситуацией. То есть ситуация, можно сказать, застыла на каком-то смертном уровне. Ну, да. Я хочу добавить, что я тоже узнав об этой ситуации, еще где-то полгода назад, даже может чуть больше, подал на Чернова, на главу облсовета, предложение вынести этот вопрос на комиссии, профильной комиссии областного совета, на что я получил ответ уже от Владимира Ивановича Скоробогача, который он пишет, что нет необходимости выносить. То есть, ну, человек, жена которого, супруга которого получила этот участок, как мы видим, не очень законно, то есть чужую землю. По сути, землю наших жителей области да, выдали в том числе и бесплатно. Угу. И он считает, безусловно, я его понимаю, что он считает нецелесообразно выносить этот вопрос и вообще как-то его, ну, соответственно, приводить в какое-то законное русло. И это вот таких просто 2 маленьких примера, то, что происходит. Еще можно говорить очень много о собственности, об аренде и так слушайте, далее. Это буквально одне єдине питання. Я розумію, що відповідь на нього може бути доволі довга і розлога, але враховуючи хвилини буквально залишається. Як цю ситуацію виправдати? Тільки чекати, як слідство піде, якщо воно піде, звичайно. От що робити? Ну, кроме следственных органов, кроме следственных органов, которые должны действовать, и суда, который должен открывать производство, о чем сказал Рустам, кроме там органов правопорядка и правосудия, есть областной совет, да, где это представительский орган громады, где, ну, и депутаты, и все там жители области должны понимать, что это недопустимо, когда фактически у нас из-под носа просто выводятся имущество, выводятся ресурсы. Ну, це по-перше, по-друге, хочеться, щоб винні дійсно люди їх назвали, щоб вони все ж таки покарання якесь понесли. Не тільки політичне, але і уголовне. Так, цієї сесії 27 лютого будете це питання якось намагатися виносити? Я буду этот вопрос, безусловно, подымать. Не зря ми його подняли, так як уже самі ініціатори подняття вопроса і замінять як мінімум часть руководства, це подняли на флаг. Я вважаю, що просто процес очищення должен бути повним.
ані частичним і не політичним. Ну, слухайте, Дмитро, з нетерпінням чекатимемо 27 лютого, подивимося, як сесія обласної ради пройде. Вам, звичайно, і всім нам успіху бажаю. Нагадаю, що говорили сьогодні ми про зловживання на цей раз керівництва Харківської обласної ради з Дмитром Булахом, який є депутатом Харківської обласної ради, і Рустамом Мухіддіновим, адвокатом і арбітражним керуючим обласних комунальних підприємств. Дякую, що дивились нас, бережіть себе і всього вам найкращого. Спасибо.